Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Поехали в лес за грибами. Вот нашли груздок. Вот груздочки с мелкими тут. Потом папа мне уже показывает, говорит, вот он груздик. Ну, маленько у нас дожди идут. И пошли грибочки. Сейчас будем искать. Что найдем, то покажем. Такой вот еще грибочек. Да, бабок. Сейчас пойдем дальше. Вот такой вот подберезовик. Дальше еще один. Это был. Вот он еще один. А вот это грузёк, да? Такой вот старый грусть. Вот какой большой сухой грусть. Они немножко горчат. Их когда отвариваешь, все равно вот сырые грузди, они не горчат, а вот эти горчат. Вот у них два сырых груздя. Так они под листочками все накрытые. Там надо просматривать под листочками. Вот смотрите, какой большой грусть. Сырой. Ароматный. Такой вот огромный. Вот такая вот свинушка. И вот здесь, вот смотрите, какие большие два свинуха. Это один. И вот он тут, наверное, старенький. Но вот этот вообще хороший. Видите, какой. Вон там еще, смотрите, третий. Большой какой, вот маленький еще. Такие вот грибочки понаросли после дождя. А вот какой подберезовик вырос прямо на дереве. Такой грибочек. И вот такая вот простая сыроежка. И вот еще такой вот тоже сухой грусть растет здесь. Такая вот, такой лесочек. Комары летают. После дождя вот начали расти грибочки. Старые здесь уже деревья, осины. Мох нарос на них. Все, выходим из этого леса. Такие вот у нас заросли. Здесь вот канавка, березка и вот дорога. И вот в следующем лесочке нашли вот тоже такой вот грусть. И вот дальше, смотрите, какие большие грузди. Сырые. Это один. Второй. Здесь уже подгнил. Третий, четвертый. Дальше пошел. Вот пятый. Вот он шестой. Вот седьмой. Там дальше. Вот еще. Ой, вот ветка. Здесь вот еще. Восьмой, девятый. Такие вот груздочки. Вот на лесочке растут груздочки. Такие вот. Большущие. Вот еще один грибок. Вот смотрите, какие грустики. Это один, второй. Такие вот два еще. Такие вот, видите, чистенькие. Сырые грузди. Вот эти вот уже начали портиться. Видите, как уже испортился.
от сырости. Сырость тоже грибам иногда бывает вредная. Там вроде никого. Вот еще один такой вот грязненький немножко, тоже хороший груздик. Вот какой маленький. И вот еще один. Так, вот еще один сырой грусть. Рядом какие-то еще грибочки растут. И вот это вот, не знаю, что это за грибы такие. Такие вот желтые. Желтые-желтые. Наверное, какие-то поганки. Много их растет тут. Вот какие-то грибы. Такие они огромные, такие толстые грибищи. Не знаю, что это за грибы такие, вот какой толстенный. Вот еще один. Вот еще один, какой толстый. Такие красивые, да? Не знаю. Вот еще таких. Красивые. Вот какие грибочки. Ну, они, наверное, несъедобные. У них какая-то... Да, скорее всего, это поганки какие-то. Вот еще один такой еще. Вот какой еще грусть. Один, и вот он. Второй. Стоптали. Еще один. Вот еще один. Какой красивый. Чистенький. Сырой грусть. Вот опять эти грибочки, которые несъедобные. Прям много их растет, он целой кучей. Везде. Целое поле вот грибов. Смотрите, сколько прям целые эти шапки. Так бы хорошие грибы росли такими кучами. Смотрите, какие красивые-красивые. Тут тоже. Ну, несъедобное это. А вот здесь норы. Такие большущие норы. Вон еще какая большая нора. Хоть бы никто не выскочил оттуда. Все перерыто. Барсуки, скорее всего, это. Комаров в этом лесу очень много. В первом лесу было мало комаров, а здесь прям все в комарах. Лесочек. У нас нет таких лесов, которые прям чистые. У нас везде все вот в корягах таких, буреломе. Ну тоже хорошие лесочки. Еще один груздочек. Конечно, ароматные они такие, вот эти грузди. Сырые именно. Приехали из леса. Перемыли грибы. Получился вот один тазик у нас. Почти он полный. И второй вот тазик тоже. Все их почистили. Некоторые со щеточкой. Ну, в общем, все поперемывали. Большой тут грусть оказался прям весь целый. Такой большой, чистенький, хороший. В общем, всякие и обабки, и свинухи все поперемыли. Сейчас будем их отваривать. Некоторые, может, немножко какую-то часть засолим. Ну, посмотрим. В общем, отличные такие грибочки и груздочки, и остальные. Но всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока.